Израиль ждет приезда Мадонны на Евровидение. Поп-дива Мадонна может выступить на Евровидении 2019. Пока организаторы конкурса не договорились о гонораре, американская поп-певица Мадонна может выступить на международном музыкальном конкурсе Евровидения 2019, который пройдет в мае в Тель-Авиве, сообщает израильский портал Йнет. Отмечается, что звезда сама выразила желание выступить на конкурсе. Сейчас организаторы Евровидения ведут с ней переговоры. У сторон есть разногласия относительно гонорара. Напомним, Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая 2019 года. Участие в песенном конкурсе подтвердили 42 страны. Ранее стал известен список всех участников национального отбора Евровидения 2019 в Украине. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.